До стримерши еще бодиворкс есть. Еще не доросла до стримерши. Это Генина. А вы знали, что приехали, честно? Можно спросить? А трансляция на Твиче, то еще с позвали, честно. Номер контакта. Здесь реально стояла просто? Я ее охуенно. Давайте, что я купила сегодня для ТикТока. Поехали. Я клянусь, она здесь просто стоит. Клянусь, блядь. Мы просто пришли в торговый центр, она здесь, я клянусь вам, блядь. Что это? А кто это? Да. Как думаешь? Давай чпухнешь ее. Давай я, похуй, давай он. А кто это? Давай втроем, блядь. Иди познакомься, заебал. Кто это? Нормальная девчуля. Девчуля, вообще, что надо, блядь. Пробовал? Да, да, да. Иди, подойди, скажи, я Антон. Давай, давай какой-нибудь приятный. Ты меня наебываешь. Ты подойди, приятные слова какие-то скажи. Антош, я тебе подскажу. Да просто скажи. Да, да, популярно, скажи, Енина, я Антон, давай познакомимся. Енина. Мы в Бангкоке сейчас, да, первый раз. Вы до этого были в Бангкоке? Не, мы сейчас в Бангкоке. Сейчас мы в Бангкоке. Сейчас в Бангкоке. Мы как долго? Мы до 10-го, потом на Бали, но мы здесь уже почти месяц. Откуда у тебя бабки Бали? Это ты дрочишь на веб-камеру? Откуда у тебя? Или на йогер, на йоберов рекламируешь? Сейчас как сиськи покажу. Где ты их найдешь-то, блядь? Тебя посадят, если с кого-то личик снять. Да ладно, ладно. Не выебывайся, блядь. От соска два верстка стоит, выебывается. Ну что, в общем-то... Я тебя специально избегал, ты тут. Вот это совпадение. А вы в целом каждый день туда ходите? А что ты купила? Свечи. Вот это понюхаешь, вкусно пахнет. Это с тыквой, осенняя коллекция, разъем. И с лимоном. Где? Это вот средняя. Прикиньте, как воняет у нее в номере, что она, блядь, просто аромасвечами хочет заставить все, блядь. Я живу на подарки. Давай. А, все, пойдем. Ой, нет, можно лимоны заберу? Бери лимоны. Все, поколабились немножко, пойдемте. Скоро закроется торговый центр просто. Еще пару дней. Привет. Вообще, вот это совпадение. Не хватает только Артема Графа. Прикинь, реально, Иван Солнышко с третьим, блядь. Всех тут, блядь. Да. С Кастом Сагрости, Кузя и Кузя. Свечку отобрал, пацаны. Блядь, ты прикинь, от нее воняет, что она, блядь, все что-то накупила. Они очень вкусные, она охуенно пахнет. Ну так, блядь, все разные. Они для дома, они охуенные. Это лучшие свечи, они ушли из Откуда у нее бабки? Таиланды, Бали, Гуччи, Мучи, откуда это все, блядь?